Для кількох гравців МБК «Миколаїв» поєдинок проти будівельника став першою грою плей-офф у кар'єрі. Зокрема, Анатолій Шнудель встиг відзначитися у цій грі двома очками, результативною передачею і підбиранням на чужому щиті. Да, в плей-оффе, конечно, более серьезные матчи, чем в регулярке, потому что более ответственность идет какая-то, это уже как бы финальная стадия. Ну, не играли в плей-офф 3 года, конечно, это большой как бы прогресс для нас. Готовились к игре сильно, как бы, ну, немножко не получилось, но будильник забросил 3-очковых. По поводу себя, как бы, рад, что вышел на какие-то минуты, получил от тренера. Тренер нас настраивал, говорил, что мы верили в победу. Ну, немножко как бы не получилось у нас, поэтому будем готовиться в следующей игре в Николаеве. Думаю, устраняем счет. Благодаря нашей защите, если будем хорошо играть в защите, то нападение как бы пойдет, потому что будивельник – это больше нападающая команда, поэтому будем стараться больше играть в защите. Плюс поддержка, конечно, наших болельщиков.